приехали в город Далянь. Вот шеф-повар старался, сделал эту клавиатуру. Такая большая вот арена. Это наша концертная площадка. Здесь достаточно обычно, аккуратно, красиво. Как всегда работает кондиционер, который я не люблю. Меня все продувают после него. Я буду отдыхать, и с вами мы встретимся уже завтра. Я покажу вам свою репетицию. Ну и, конечно же, концерт. Пока! Сам не буду. И вот, смотрите, напала змея. Это я. Самая лучшая девочка. Добавляешь в эту кастрюльку, она варится, и ты душишь там, готовишь еду. Какой морепродукт, это будто шашлычки есть, все это они варят в этой кастрюльке. Очень сильно варит все сушу. Весь Далянь не ищет банк. Скоро старт мероприятия. Есть легкое волнение, но если артист перестает волноваться, он перестает как бы жить свою профессию. Поэтому это нормальное состояние.
Сизе! Она ведь угла!